кировской поликлинике появился второй кардиолог. Необходимость в двух специалистах здесь была давно. Одному справляться с большим количеством пациентов было непросто. Оперативно найти доктора сложно, а вот переучить опытного и проверенного врача – вариант, который подошел всем. Мария Савохина встретилась с новым кардиологом Ириной Моисеевой. Ирину Моисееву кировчане хорошо знают как терапевта и заведующую отделением взрослой поликлиники. В работе она часто сталкивается с пациентами с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Для нее стало важным получить образование кардиолога. Практики терапевта тоже это большой кругозор становится шире и больше обращаешь внимание на какую-то, на мельчайшие подробности в течение того или иного заболеваемости. Пациенты отмечают внимательность врача, она всегда готова прийти на помощь. Для меня она очень прекрасный человек и очень отзывчивый, добродушный. И для меня очень меня выручала. Ситуации разные бывают. Я с болезнью столкнулась и обращаюсь к ней очень благодарна. Побольше таких врачей. Многие кировчане, которым Ирина Михайловна помогала раньше, до сих пор переживают потерю участкового терапевта. Но врач успокоила. Такая возможность у пациентов есть и сейчас, потому что с многими из них мы все равно встречаемся, даже и в качестве моего нового, и в качестве заведующего терапевтическим отделением, и в качестве кардиолога мы все равно с ними тесно контактируем. Нагрузка высокая, но Ирина Моисеева справляется.